перед зимой сделали контрольную закупку кормов. Кормов Феликс. Взяли мы кролик в желе. Это тоже кролик. Значит, у нас тут еще чайки у нас везде мешают. Да, чайки самые голодные. Сейчас у нас ужин на носу. Поэтому все собрались посмотреть подарки. И на ужин. Так, что у нас? Индейка. Еще у нас кролик. Меньше берем с курицей. Многие на корма с курицей аллергуют. Начинают глаза подтекать, почесываться. Каспер у нас аллергует. Рыжий. Рыжий часто своими глазами показывает, что у него аллергия. Посмотрим. А в этом пакете у нас тоже с говядиной. С говядиной там еще пакета. Бедные продавцы всегда страдают и задают вопросы. А много ли у нас кошек? Вкусняшек мы купили. Значит, взяли вот такое. Пурина. Всем, все любят вкусняхи. Да, все знают, где у нас корм хранится. Ну вот, собственно, такое количество. Чаки, не вскрывай там вкусняхи, хитренькие. Все хотят, сейчас угощу. Барсик там спрятался. Так, у нас есть еще вот. Выставили просто первую будем. И какое-то количество я высыпала. Бачок уже, чтобы не мешало, под ногами немного стоит. Мешается. Там тоже говядина. Здесь индейка. Лосось форель. Говядина. Собственно, пока по скидке. Вот, делали закупку. По 14 рублей. В среднем выходит пакетик. 14 рублей. А обычно стоит 20, 22, иногда 24 с копейками.